Так, пельмень. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда, мой пельменчик. Сейчас с ракетницы стреляем в канистры. И ты, пельмень. Что ж, друзья, в сегодняшнем видео я вместе с вами проверю, возможно ли убить зомби-босса канистрами. Поехали. Так, на ремас у нас как раз режим Хэллоуик. Ребят, для тех, кто не знает, обычно в своих роликах я начал разыгрывать 340 юцешек. Но в честь праздника Хэллоуин, который уже закончится, вернее, вчера закончился, или сегодня. Сегодня первое число, я первого числа снимаю. Короче, не столь важно. Сегодня, в конце видео, вы, естественно, узнаете победителя из прошлого ролика, кто выиграл 340 юцех. Но сегодня розыгрыш на 340 юцешек я анонсировать не буду, потому что я анонсирую розыгрыш на целых 3 Royal Pass 15 сезона. Все, что нужно сделать, точно так же. Поставить лайк данному ролику, подписаться на канал, если еще не подписан, нажать в колокольчик и включить там все уведомления, а также написать любой комментарий по теме ролика. Ребят, говорю сразу, комментарии в плане: «Блин, мне никогда не везет, хочу РП». Подари РП, ПЖ, такие комментарии в розыгрыше не участвуют. Это раз. И во-вторых, не участвуют комментарии в розыгрыше, которые меньше 5 слов, естественно. Не участвуют в розыгрыше ребята, которые не поставили лайк, потому что очень много не ставят лайки. А также те, кто не подписался на канал. Теперь я буду проверять все это жестче, чем с юцешками, потому что, ну, Royal Pass, как бы он подороже, чем 300 юцешек. И также не берут участие в конкурсе аккаунты, созданные в день конкурса. То есть аккаунты, которые созданы специально для этого конкурса, первого числа сегодня, они не будут брать участие. Поэтому вот так. А для тех, кто выполнит все указания, все правила, то есть поставит лайк, подпишется на канал, включит колокольчик, все уведомления и коммент не меньше 5 слов по теме ролика, про зомби-босса, про канистры, про все что угодно, но по теме ролика, ребят. Те берут участие. И победителей я объявлю в конце следующего ролика. Я думаю, завтра. Ну а пока летим на Гергополь. Нужно подлутать канистр и попытаться развалить босса. Ну, это вам такой приятный бонус в виде 3 Royal Pass'ов. Я думаю... Вы поняли. Давно просто не было розыгрышей РП, и я понимаю, что уже как бы 15 сезон заканчивается, но возможно у кого-то до сих пор нету Royal Pass'а, и он в бесплатной линейке прокачался до 60 уровня, например. Так. И сейчас, как назло, я уверен, я фиг найду канистры. Сейчас будет все, что угодно. АВМы будут вот так по контейнерам валяться. Пулеметы. Все оружие с дропа будет валяться, кроме канистр. Я уверен. ДБС. Так, ну здесь не было. Хорошо, что челики сюда не высадились. Опсайга. Скоровода. О, это прикольная скоровода. О! О-о-о! Да, ребята, смотрите. Все как по заказу. Две канистры уже есть. Ну, давайте хотя бы штук 5. Если получится, будет вообще топчик. А если не получится, то и 2 можно попробовать. Так. Кстати, зачем я это делаю? Потому что ни один... подписчик, много подписчиков, я был в шоке, что очень многие просмотрели видео там, где я стреляю в босса с ракетницы. Если ты не видел, то обязательно посмотри, что из этого получилось. Ссылочку я оставлю там сверху на этот видос. И многие написали: «Виталик, попробуй взорвать его канистрами». И поэтому выполняю. Вы сказали, я сделал. Так, там война ботов идет. 8x. Кому нужен, забирайте. Мне пока не нужен. Ага. Ребят, обязательно напишите в комментах, какой бы контент хотели бы видеть на канале.
Потому что, возможно, вам такой контент и не интересен, а я просто трачу и свое, и ваше время. Свое на то, чтобы снять, а ваше на то, что вы смотрите. Поэтому хотелось бы снимать то, что вам нравится, то, что вы бы смотрели. Не, ну, в плане канистер, мне самому интересно, что будет с боссом. Подумал, ракетниц. То красная ручка. К сожалению, то красная ручка. Ладно. Ну, блин, две канистры всего. Две всего канистры. Так. Спасибо за кофе. М24, ну смысл? Мне нету смысла ее брать. Мне нету смысла брать М24. Мне нужны канистры. Мне только канистры, только победа. Есть. Три канистры. Берем. Это точно как с флайерганами. Когда нужен для ачивки, ты его никогда не найдешь. Ну вот никогда. Когда не нужен, тут все усыпано ими. За вас. Просто все. Красная зона. Ну, три канистры. Да хотя посмотрим. Можно и три. Сейчас, если на этих контактах не нахожу, еду и пытаюсь убить с трех канистр. Третий рюкзак, если кому-то нужен, тоже я оставлю, я не беру. Там, кстати, друзья, вышел. Я увидел новые скрины оружия, которые выйдут. Я обязательно сделаю видос. Для тех, кто говорил, что Fortnite уже... Ой, Fortnite, видите? Что PUBG умирает и превращается в Fortnite. Есть очень крутые новости. Я, кстати, тоже думал, что очень много красочных скинов всяких. О, смотрите. То, о чем говорил. И канистра. Пожалуйста, только не убей красная зона. Это будет, конечно, очень плохо. Если красная зона сейчас убьет. Не хватает места. Я освобожу. Так. Четыре канистры. Погнали. Этого должно хватить. Для эксперимента. Этого хватит. Даже более чем. Ё-моё, это Дьюк! Я закрыл самого Дьюка, ребята! Это же был Дьюк! Ну нет! Это самый главный бот из всех ботов в этой игре. Так, Дьюка закрыли. Эмочку взяли. Ребят, давайте, чтобы не затягивать видос, встречаемся на боссе. Так, подъезжаю. Ребят, бедный этот босс. Он, наверное, думает, блин, опять ты, опять будешь с ракетницей в меня палить. Ты меня уже задолбал. Где он? Вон. Братан, помнишь меня? Кстати, спасибо за то, что снимаешься в видосах. Но эти скины, конечно, вообще мега беспалевные у меня. Я сейчас под Хэллоуин одет. Так. Надо кабанов развалить сначала. А почему кабан этот? Ого, сколько ж в него надо засыпать. Ладно. Ща. Охренеть. Все, есть. А последнего... Опускай. Есть. Да. Можем начинать наш эксперимент. Так, пельмень, беги за мной. Давайте сначала вот так сделаем. Там вон две ракетницы горит. О! Чуть не коцнул. Так, пельмень. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда, мой пельменчик. Сейчас с ракетницы стреляем. В канистры. И ты, пельмень... Я понял.
Не, давайте по канистрам. Надо их сначала накоцать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все. Давай, давай, давай. Кс-кс-кс-кс. Пельменчик. Здесь-то. Муцик, не коцай. Блин, надо было только что. Давай, давай, давай. Пельмень, пельмень. Сейчас повторим. Ой, сейчас, ребят, все будет. Надеюсь, в этот раз нам повезет больше. Вернее, мне повезет больше, чем в прошлый. Я не буду обращать внимание на кабанчиков на тех. Мы просто сразу возьмем. Так, и постреляем по канистрам. На одиночные лучше сразу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, теперь надо заманить пельменя. Пельмень. Тыпа-тыпа-тыпа-тыпа. Тып-тып-тып-тып-тып-тып. Давай-давай. Тып. И... Ну, чуть-чуть коцнуло и то, ребят. Мне кажется, что коцнуло его из-за того, что я попал ему в ногу. Мне кажется, из-за этого его только коцнуло. Так что канистрами его тоже не убить. А гранатой? Ага. Он не лох, чтобы на гранату вставать. Пельмень, пельмень, пельмень. Если бы еще не этот кабан. Так. О! Это называется разрыв пукана. И есть скилл. Так, и калаш, 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 калаш. Кстати, калаш это новый скин, который выбил в рулетке с Хэллоуина. С тыквами. Ну вот так от первого лица, в принципе, прикольно выглядит. Так. Да. Авик 8X. Ребят, все, что надо. Короче, как вы поняли, ни ракетница, ни канистры его не берут. Поэтому вот так вот. Вау! Хотел убиться, но я. Ребят, всем спасибо, кто посмотрел данный ролик. Не забывайте участвовать в конкурсе, прожимать лайки, подписываться на канал, если еще не подписаны, и прожимать в колокольчик, чтобы не пропустить еще больше крутых видосов. Также вы сейчас увидите победителя конкурса на 340 UC-шек. И да, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, ребят.